Снег не глубокий, то есть буквально сантиметра 3-4, но под ним очень такой мягкий, рыхлый, не дает разгоняться. Где тропинка, там получается ехать достаточно быстро, до 30-ки вот по лесу я ехал, а вот по снегу, к сожалению, ну, глубоковато. Сейчас покажу, какой здесь все. Вот. То есть снизу лед, он в принципе скользкий. Вот такой вот снег, и вот эта прослоечка между льдом и мягким снегом, она, к сожалению, очень мягкая, не дает разгоняться. Сейчас минус 15, вообще прикольно, даже не мерзну.